Всем привет! Сегодня суббота. Я выдохлась, вылежалась. Уже болят не только руки, но и спина от того, что я лежу. А уже время. Время час дня. Красота. Без меня тут утеплились. Дверь уже начинает течь. Не берите никто такую дверь уличную. Это вовсе не уличная. Утеплились без меня тут. Одеялко повесили. Но в доме тепло. Печка была натоплена. Хорошо. Везде снежок. Правда, его вот уже утоптали. Тут только чистенькое место. Саша работает. Одна я тунеядец. Песок возит. Будет ему плюсик в его карму. Хоть что-то делает. Ну и самое удивительное, что розы-то зеленые еще стоят. Представляете? Вот что надо садить. Розы. Они все еще зеленые. Ой, соседский дом строится. Вот такая крыша уже из шифера. Ну, как-то так. Но не будем ему мешать. Тем более строить не он, а люди. Зато быстро. А мы вот строим. Без печника никак не построим. Так, я хотела. Что же я хотела? Я хотела. А я хотела. Это Сашуля так говорит. Я хотела. Какая-то птица лежит, летит. Ой, вам не видно будет. Я хотела это все укрыть. Но это ж не точно. Хотела укрыть клематис уже. Покоричневел. Надо поближе посмотреть на него. Клематис. Я его укрыла чуть-чуть. Вот так вот. Но он уже покоричневел. Но еще не весь. Соседка сказала, которая подарила мне, ничего с ним не делать, пусть так и остается. Весной обрежешь сколько надо. Поэтому я даже и не знаю, что мне делать. В прошлый раз я его обрезала и вот тут вот укрывала, а теперь не знаю. Ладно, подумаем, пошерстим интернет. Еще есть время, хотя обещают минус 10, минус 8. О, как нежданчиком обвалились листья. У голубики уже розы зеленые, а голубика уже лысая. Ну ладно. Ой, как непривычно, что все без голое стоит, без листьев. Но ничего, скоро весна, правда? Вот это мне тоже бы укрыть. Я ж обрезала. Ой, как ничего не хочется делать. Хочется немножко замедлиться и отдохнуть. Только не надо говорить, что я борзею. Я только недавно отдыхала на море. Да, мне хочется отдохнуть. И я буду мотивировать на это всегда. А вы, мальчики, работаете. Участь у вас такая. Работать.